Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как устройство Qubot X30 подготовить к использованию. То есть вы купили телефон, достали его из коробки, включаете его, видите перед собой этот экран. В первую очередь, что нам нужно сделать, это выбрать язык. Давайте выберем русский, чтобы было понятнее. Затем выбираем наш регион и нажимаем «Начать». Затем вам предлагают подключиться к мобильной сети, то есть ставить сим-карту. Если же у вас ее нет, то вы можете пропустить этот шаг и сделать это попозже. Следующим шагом вам предлагают подключиться к сети Wi-Fi. Если же в вашем окружении нету открытой сети Wi-Fi или же вообще нету сети Wi-Fi, то вы можете пропустить этот шаг и настроить устройство офлайн. Затем устанавливаем дату и время. Затем сервисы Google, по желанию можете оставить галочки, по желанию можете убрать, но в любом случае вам придется принять условия использования и политику конфиденциальности Google. Затем вам предлагают настроить блокировку экрана, то есть установить пароль. Но также вы можете пропустить этот шаг и потом сделать это в настройках. Затем ставим галочки. Конечно же, ознакомливаемся со всем выше указанным текстом. Нажимаем «Принять и продолжить». И устройство готово к использованию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.